Всем привет! Продолжаем смотреть на работы известных художников, скульпторов Антонио Канова, Паолино Боргезе. Антонио Канова выполнил ряд заказов Наполеона, среди которых был и мраморный портрет его сестры Паолины Бонапарте в образе Венеры. Скульптура выполнена в необычной манере. Паятель изобразил Паолину, лежащей на ложе. Кроме того, она была обнаженной, что считалось неслыханной дерзостью в то время. По воспоминаниям современников, Паолина Бонапарте имела поразительно правильные черты лица и великолепную фигуру, которую, увы, слишком часто восхищались. Увидев сестру Наполеона, обнаженной, Канова вручила ей яблоко Афродиты. Согласно древнегреческому мифу, Парис отдал яблоко раздора самой красивой из богинь. Это портрет очаровательной молодой женщины, уверенной в своей красоте и в том, что весь мир восхищается ей. Ее поза естественна, и в то же время она смотрит не на зрителя, а вдаль, словно напоминая, что она особенная женщина, не из простых смертных, и окружающие могут ей только любоваться. Перед смертью сестра Наполеона попросила, чтобы гроб с ее телом не открывали, поскольку все, кто желает ее видеть, могут посмотреть на скульптуру Канова. Желание умершей было исполнено. На похоронах была выставлена мраморная скульптура, и в памяти окружающих Паолина осталась молодой и красивой. Портрет сестры Бонапарта был создан не только руками, но и сердцем скульптора и принес ему наибольшую известность. Паолина Боргезе, Бонапарт, как Венера-победительница. Все, всем пока, всем привет, до свидания, узнали что-то новое.